новостями культуры вас познакомит Ирина Полчева. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня я расскажу вам о событиях учреждений культуры. 8 сентября в 14:00 в Национальном музее имени Андрея Викторовича Анохина состоится презентация проекта по воссозданию исторического облика музея-усадьбы Григория Ивановича Чорозгуркина. Исполнители – Московская государственная художественно-промышленная академия имени Строганова и Горно-Алтайский государственный университет. Напоминаем, что в музее по специальному графику экспонируется мумия женщины пузырикской культуры, получившая в народе имя укокской принцессы. В ближайшие две недели определены такие даты, как 11 и 14 сентября. Время показа с 10 до 13:00. Уже в эти выходные 10 и 11 сентября в столице Республики Алтай пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. О том, чем запомнится программа и куда следует попасть, в нашем следующем видеообзоре. Суббота, 10 сентября, пройдет под девизом «Горно-Алтайск. Город творческий». В этот день с 10 часов утра горожан и гостей столицы ожидают выставки на центральной площади города. Фотовыставки современного и архивного Горно-Алтайска, выставка художников «Город глазами художников», выставка национальных культур Горно-Алтайск «Наш общий дом», выставка ярмарка молодежной инициативы развития города, выставка цветов, фруктов и овощей «Осенний калейдоскоп». Впервые в этом году пройдет медовая ярмарка «Золотая пчелка Горного Алтая». Торжественное открытие Дня города «Мы – частица Великой России, мы – частица Великой страны» начнется на центральной сцене с 11:00, а с 13 часов начнется детская концертная праздничная программа «Город детства». Народный фестиваль «Душа народа» начнется с 15:00, а вечерняя праздничная программа «С днем рождения, любимый город» пройдет с 20 до 22:00 на центральной сцене. Второй день, 11 сентября, пройдет под девизом «Горно-Алтайск – спортивный город». С 7 часов утра на муниципальном пруду пройдут соревнования по рыбной ловле, а с 10 часов утра пройдет самое массовое спортивное мероприятие – восхождение на гору Тугая. В течение дня в различных спортивных объектах пройдут турниры по стритболу, футболу, шахматам, пинболу, лазертагу и маунтинбайку. В 17:00 на стадионе «Динамо» начнется футбольный матч горно-алтайского «Спартака». Новшеством Дня города в этом году станут соревнования для любителей горного велосипеда в дисциплине кросс-кантри. Любой житель и гость нашего города в возрасте от 7 лет сможет принять в них участие. Трасса проложена в окрестностях городского пруда и сочетает в себе участки с естественным грунтом, асфальтовым покрытием и гравийным полотном. Большое количество подъемов и спусков, а также крутых поворотов потребует от участников не только хорошей физической формы, но и высокого мастерства владения велосипедом. Я хотел бы пригласить всех жителей и гостей города Горно-Алтайска 10 сентября, чтобы они со своим двухколесным другом приняли участие в этих соревнованиях. Здесь могут принимать участие как любители, так и профессионалы этого вида спорта. Я думаю, зрителям и участникам соревнований будет вместе очень интересно посмотреть друг на друга, посоревноваться. И я должен сказать, что эти соревнования проходят у нас впервые в истории города. Я надеюсь, они положат начало большим, интересным соревнованиям в будущем. Регистрация участников соревнований пройдет с 10 часов утра, начало соревнований в 12. Регистрацию также можно пройти заранее в здании лыжной базы по адресу улица Ленина, 269. Телефон для справок 4-50-70. Важное замечание организаторов, что без защитного шлема участники к соревнованиям допущены не будут. Принимайте активное участие в мероприятиях нашего города. И помните, культура заставляет человека развиваться в духовном плане. До новых встреч!